Всем привет! Как прошла ваша рабочая неделя? Уж наверняка вы заслужили отличный отдых на выходных. Не переключайтесь, и вы узнаете, как сделать этот уикенд насыщенным и незабываемым. Специально для вас мы подготовили мини-обзор самых интересных событий. Как насчет провести выходные на свежем воздухе? Ведь они будут по-настоящему лыжно-хоккейными. Считайте сами, в субботу, 9 февраля, образовательные учреждения Монина соберутся на лыжную гонку на стадионе ВВА в половине 11 утра. Тем временем в Медвежках тоже объявят массовые катания на лыжах. Сбор у стадиона в 11 часов. Рядом на хоккейной площадке пройдут веселые старты для детей, зимняя эстафета. Думаете, все? Как бы не так, в поселке Литвиново всех желающих ждут на эстафеты на льду веселые старты, посвященные Дню зимних видов спорта. Начало в 13 часов. В воскресенье постарается не отставать. В 10 утра на хоккейной площадке в Медвежьих озерах начнется товарищеский матч среди дворовых команд. А хоккейную коробку на улице Авиационной в Монине займут местные жители, участники скоростного забега на коньках. Начнется он в половине 11 утра. Но еще один герой спортивной арены этих выходных – поселок Литвиново. В 11 часов здесь начнутся финальные игры фестиваля хоккея. Еще одно мероприятие, чтобы поддержать форму. Фитнес-клуб «Зебра» предлагает принять участие в спортивном марафоне «Спорт Боярд». 9 февраля в субботу вас ждет увлекательное спортивное приключение и квест по мотивам шоу «Форт Боярд». Участие в нем абсолютно бесплатно. Нужно лишь заранее записаться. Начало в 13 часов. А что насчет культурных событий? В субботу в Щелковском театре покажут нестареющую классику. Артисты представят постановку пьесы Островского «Старый друг лучше новых двух». Начало в 6 часов вечера. Сразу два мероприятия в эти выходные в Щелковском районном культурном комплексе. В субботу, 9 февраля, приходите на сказку для всей семьи. Спектакль «Мимимишки. Защитники леса» театрально-концертной компании «Гранат». Начало в полдень. А 10 февраля культурный комплекс откроет двери для очередного благотворительного концерта «Рождественская звезда». Будет также работать ярмарка-продажа, а все вырученные средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Молодежи тоже будет чем заняться. Уж во всяком случае тем, кто в субботу заглянет в центр-навигатор. В 5 часов вечера там начнется концерт альтернативной музыки «Снегопад». И напоследок новости мира кино. На этой неделе в прокат вышло продолжение популярного мультфильма про вселенную Лего – «Лего-фильм 2». Знакомые нам герои спустя 5 лет вновь отправляются в увлекательное путешествие, где каждому предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство. Еще один из режиссеров, кстати, номинант на премию «Оскар» Джулиан Шнабель, обращается к жизни великого голландского художника Винсента Ван Гога. Если хотите окунуться в мир искусства, сходите на новый фильм «Ван Гог на пороге вечности». Что ж, надеюсь, вы уже составили план на выходные. А если что-то вдруг забудете, наши анонсы всегда доступны в социальных сетях. До встречи через неделю и отличных вам выходных!